Новенький ручной пылесос, работающий до 40 минут без подзарядки. Сегодня в видео рассмотрим ручной пылесос Power Pro Duo FC6168 марки Philips. В комплекте с пылесосом идут три насадки, зарядное устройство, кронштейн для крепления, инструкция и гарантийный талон на 2 года. Пылесос легкий. Весит почти 3 килограмма. Его высота 115 сантиметров. Сверху расположена большая удобная рукоятка, на ней кнопка включения и индикатор заряда. В центре пылесоса – пылесборник, который очищается одним движением. Конструкция позволяет пользоваться устройством, держа его в руках или с трубкой. Мини-пылесосом удобно убирать мусор с мебели или автомобильные сиденья. На ручке рядом с пылесборником есть кнопки включения и активации максимальной мощности. Посмотрим на насадки. Классическая насадка-щетка 3 Active Turbo предназначена для уборки ковровых и напольных покрытий. Она хорошо собирает пыль и шерсть. Стандартная щелевая насадка подойдет для уборки в труднодоступных местах и углах. Насадка-щетка пригодится для уборки мягкой мебели и чистки клавиатуры. Пылесборник здесь среднего размера, на 600 мл. Внутри расположен моющийся трехслойный фильтр из поролона. Он задерживает до 90% аллергенов, пыльцу, шерсть животных и пыль. Теперь о технических характеристиках. Этот пылесос предназначен только для сухой уборки. Его не стоит использовать для крупного мусора, с ним устройство не справится. Пылесос работает от литий-ионной батареи до 40 минут без подзарядки. Это не так и много, но хватит, чтобы убрать небольшую квартиру или быстро собрать пыль. Заряжается аккумулятор за 5 часов. Уровень шума чуть выше, чем у классических пылесосов – 83 дБ. Итак, Philips Power Pro Duo – удобный ручной пылесос для ежедневной легкой уборки пыли и шерсти животных. Работает до 40 минут без подзарядки, мощность всасывания регулируется. Он достаточно шумный и долго заряжается. Зато у него удобный контейнер и моющийся фильтр, который задерживает 90% аллергенов.